озвучим видео, но название вообще не знаем, потому что там все на китайском. Да, MP4. Все, что понятно из видео, MP4. Но зато для нас это будет неожиданность, что кто там выступает, что за команда. О, гром и молнии. А, это рэп. Здесь Хачимян и Ренни Джей. Да, тоже. О, как он зовут? Дерзко. Подожди, это разве идет мимо мальчик, который да, все улыбается? Да, по-моему, это он. Он здесь Юань? Да, это он! Офигеть, он здесь дерзкий. Класс. Это произведение какое-то классическое, да? Типа Моцарта. Делаем вид, что понимает. Не, я просто его чуть-чуть слушаю. Как они сзади там. Не, не ловишь, даже. Хорошо, да, по-моему. Классно. Это был классненький? Вау. Здесь он прошел. Ну или пройдет. Я думаю, других мальчиков знаю, я не помню их именно. А, Чен Ю. Блондин Чен Ю. А вот его не помню. Я его по лицу-то помню, но... Имя, я тоже имя не помню. Имя тем более не знаю. Может, прекрасен, были красными. Того блондина вообще не запомнила, честно говоря. Вообще. Ну, в смысле, его мало показывали, что? Кого? Блондина. Я а, Чен Ю, да, да, почему-то я его тоже не хотела вот в конце уже посмотреть его лицо нормально, но что-то не показали. Кстати, да, что-то я тоже не помню, чтобы он читал. Да, вообще, как будто он и не читал. Кто там пятый мальчик? А, Цзэджихао. Черненький, который вот ты дышишь. Да, лицо тоже знакомое. А, вообще это было круто. Я не ожидала, что это будет классно. Мне, например, это выступление понравилось больше. Чем которое мы смотрели. Coming Home? Ну, Coming Home классная, но здесь почему-то, я не знаю, прям она мне прям... Ну, они прям такие, как рэперы. Я точно знаю, что здесь первый Хачимян, и он в итоге в первой тройке среди всех 62 парней. Вот он среди рэперов, по-моему, самый первый. А, ну да. Но, а, я помню, да. Честно, сори, не бросайте меня помидорами, но мне кажется, это место он взял, потому что популярен. Да? Потому что взял того же Ван И, или вот Линь Юй Джи.
Джи, они читают намного лучше, круче. Да, да, в других выступлениях то же самое. Там именно популярные становятся на первом месте. Ну, за исключением, может, некоторых команд, которые мы еще не посмотрели. Я очень надеюсь, что Линьи Джи не вылетел. Хотя, по-моему, он где-то после 35 парней. Ну, скоро, может, скоро узнаем. Да. Мы продолжаем потом смотреть. Потом приезжай, давай. Да. И мы не знаем, что это за команда. Может, вокал? Смотри, как она. Точно, это команда Вахана. Да? А у них что? А, вокалисты же. Тут Цзэй. Да. Тут Цзэй, тут... Мы хотели оставить их на десерт, но ладно. Чем дала здесь? Круто, вот так вот глаза подсвечивают. Мне кажется, да, есть такое. Но Венхан тут точно первый. Ну да. Есть Чао Ян. Что, вообще какой-то другой вид? Или он похудел? Это вообще не тот вид, который мы знали. О, он же поет. Что ли? Ну что за фигня? Ты не издеваешься? Главное, все крупным планом показали, а Чао Яну? Вообще, мне кажется, в общем, что-то нечистое тут. Чего же его так обрезали, так вырезали? Серьезно, почему они не показывают Чаяну как на фанце? Это не к добру. Вообще другое. Какой он был в Тарзане, какой здесь. Так, ясно. Значит, фанкава с этим парнем нету, мне кажется. Да, меня почему-то... Ну, в смысле, меня это насторожило, что Чао Яна не показывали крупным планом. Даже не помню, кто это, честно. Высокий такой. Ты говоришь, что на Криса он похож.
Чё, он реально? Да, он, да. Капец. Он в моём топ-3. Ну что, у него реально что-то такое. Да, это потому странно. Потому что... скажите нам, пожалуйста, мы хотя бы уже узнали, наверное, к этому времени, что там произошло, но всё же пишите. Чоян, скажи, что у тебя всё хорошо. Объективно. Объективное выступление. Очень красивая песня, красивые мальчики, красивое исполнение. Но это но не зацепило. Такое, да, это не такое шикарное, какое мы видели сегодня и в прошлых. Да, да. Честно, это не потому, что не показывали Дэн Чаояна. Да, это объективное мнение, чего-то не хватило. Какое-то оно. Оно не захватило так. Оно мое сердце, например, как бы не тронуло вообще. Да, вот это, например, вот Last Desert, кажется. Столько эмоций было в том выступлении. Я очень была. Здесь такое очень было нежное, красивое. А это вот какое-то, я не знаю, может оно. Может песня слишком такая. Мне кажется, песня такая однотонная. Монотонная. Монотонная, да. Надо было какую-нибудь другую. Более эмоциональную, что ли. Здесь всем носу не хватило. Реально. Простите. Объективно красиво, но не зацепило. Даже с таким количеством популярных. Может, поэтому и как раз-таки, например, тот же Ванган на первом месте, да? Ну, и не столько голосов они получили, как другие выступления. А мне кажется, потому что здесь много популярных парней в этой команде. Ну, я буду надеяться, что это не из-за популярности, а из-за выступления. Ладно, всё.